Так, чат, ну-ка усыпляем детей своих. Спят они все? Спят крепко, хорошо, спят. Аниме по фильму, нихуя все себе. Все отлично. Нихуя тихо себе. Тихо и спокойно. Потом аниме включаете по колонки. И тут... Это же звуки со свеча. Не, это да. Ты чё? Это суперстарые какие-то шоу японские. Да, были. Но типа эти звуки на свече в этом. Ну да, наверное. Угу. Блин, у меня уже глазки болят. Последний звук в Черепашках Ниндзя был в новых, ну относительно, который 2004 года. И Джеки Чан так часто говорит. Йоу. Да. Я готов, Дима, давай, погнали, работаем. Я вождь. Дима, да, кто первый в списке? Не задерживаться. Дима. Дима задерживается. Кто назвал тебя самым ярким объектом во вселенной, Дима? Трентий. По факту. Пять раз сказал, не начинайте, блядь. Пять раз сказал, сука. Нет, блядь, сратанули. Спасибо большое, блядь. Дима, ты великолепен. Графония у нас летает. Дима, ты тут уже? Давай, погнали. Это «Люди в черном» International. Это, кстати, Тор и Валькирия. Бля, я очень люблю «Людей в черном», но именно это выглядит хуёво. Да. О! Жизнь в России. Пункт назначения, блядь. Пункт назначения, да, Final Destination. Да, правда? Первая часть? Да. Бля, Терентьев в оригинале называет название, а? А ты первую часть назвал, да? Англоговорящий. Ну, я точно не помню. Какая часть, Терентий? Первая часть про самолет, но потом я не помню, как они умирали. Мне нужна часть! Первая, вторая. Знаете, не хватает чего? Ну говори часть быстрее. Дима, говори, ну. Ну блядь, это первая. Не хватает, как это, лови пенёк, чувак, который потом ловит сидит. Ты почему же настолько не хотел смотреть украинское ТВ, что смотрел английское? Душит, Димас, душит. Бля, ну там часть написана. О, мы это смотрели. С Киану Ривзом, кстати. Серёха, если бы там... Частей не было, бы даже не спрашивал, кстати, наверное. Это не с Киану. Это с Киану, там Киану был. Да? Это мы смотрели у Дины, когда приезжали. Ого. Ах, блядь. Ебать, страшно! Чаки? Нет, не думайте, что название и имя это одно и то. А, я похож, да, это новый, походу, да? А во что не жарили? Я забыл, как там называется, блядь. То ли... Бля, я когда был маленький, я под кровать заглядывал, чтобы проверить эту хуйню, чтобы меня не было. Это ремастер Чаки, но я забыл, там название не с Чаки связано, блядь. Ну, я хорошо, Майнкрафт, Фортнайт, это что? Можно я попробую? А, ну хорошо. Я попробую. Это детские игры. А, ебать, он правильно назвал, да. Я не помню, детские истории или, блядь, детские развлечения, как-то так. Детские развлечения. Детские развлечения. Это шо? Бля, это зелёный стой. Это тоже детские игры. Сарина с пальцовка слева какая, чувак, там прям ебать. Блатной. Нихуя, интересный фильм, видимо. Надо это, запомнить. Ебать. Ну, это Counter-Strike Global Offensive. Вообще, я сначала тоже подумал, что это колда какая-то, может. Хорошо, да, для контроля. Это графа, да? Ну это пререндер, блядь, что вы хотели. О, Тарков. А, ну так это... Это Battlefield и, наверное, часть четвертая, да, где-то? Ты что? Не четвертая? Блядь, где-то Battlefield видел такие танки, ты серьезно? Я видел, да, было. Такие же, да? Тоже такие, там символы. Я и карту, по-моему, такую помню тоже. Бля, чувак, ну какой-то странный... Ты в какой-то странный Battlefield играл. Бля, это Armor Warfare? А что это такое? Не, братан. Подожди, да нет, это в батле была... А, нет, стоп, там была большая труба, которая падла, помнишь? Бля, чувак. Там еще труба должна упасть и проломить. Пиздец, тебе Battlefield странный был. Нихуя себе. А что, Димас, потом в Бредле не было бы? Ну, блядь, такой расцветки. Жопами бегают и палками, кто хочет игру? Да, да. Ну там вроде они выглядят не так, типа, блин. Кто хочет игру? Чего, блядь? Типа, да, внешний вид, имею в виду. На самом-то деле, да, в Расте есть это бредля и вертолеты всякие, корабли, танкеры с лутом есть, там все в порядке. Просто внешний вид, он отличается, расцветка и прочее. Я готов, Тереха. Тереха, можно скажу? Пожалуйста, Тереха, я прошу тебя. Брат. Все очень просто. Один из чуваков. Сейчас. Нет, ну, Тереха, это Тарков, похоже на Тарков. Если ты сразу не сказал, ты уже не скажешь, скорее всего. ПУБГ, ресай от своего тиммейта. Через... Да, может это Titanfall какой-то. Нет, это Киберпанк, чувак. Да, Тереха. Серьезно? Да. Бля, Терентий рофлит или я не пойму? Жесть, ты не видишь? Он не знал, он не знал. Волосы в ногах. Нет, ну это не похоже просто. Как не похоже? Тереха, справа, неоновые полосы в ногах, видишь?
Ну, я видел, я из-за этого подумал, что это может какой-то четвертый сказал, наверное. Да нет, это Киберпанк. Киберпанк, вы чё, да? Ой, ба... My friend Pedro. Охуительно. Он даже, наверное, не играл, но аккуратно, а ты играл, а ты видишь, что можешь ответить. 10, блядь, но я не могу его переклить просто, понимаешь? Да, он просто нажимает раньше, когда. На я... все, что есть, хули. Я на ведущем вижу, когда он клацает, короче, он клацает, когда я только нажимаю. Попробуй. Нихуя. Да, да, я тебе говорю. Нажимает чаще. Ого. Это Fortnite? Ебать, похоже на Fortnite. Ну это и есть Fortnite, блядь. Блядь, чувак, ну очевидно, что это роб зомби. Ты играл хотя бы? Нет, это Fortnite PvE. Ладно. Ебать. Это оригинальный Fortnite, давайте. Да, который я еще покупал когда-то давно даже. Блять, я знаю его, это Мамикс, блять. Мамикс, что, стоили эти очки? А кто это? Чувак, я в этой каше варюсь, я знаю, блядь, всех. Тысяча M&M'сов в бутылку с колой, да? Я знаю всех, ебать, кто... А кто, так, что он снимает хотя бы? Кто еще знает ютуберов? Давай, Маша, давай мне. Извини, Лиза, Тереха был первым. Нет, он сказал, Маша знает, а не он. Ну пускай Маша тоже поиграет. А це хлопцы. Я знаю этих челиков, они из Украины, кстати. Они делают всякие каналы про то, как сделать... Ты знаешь, я и так понял, что они из Украины. Wi-Fi приемник из... Название мне надо, название, одно слово. Арсений и Терентий. Я не шарю. Ты не шаришь, к сожалению. Да. Что... Я не знаю. Бля, я тоже. Я тоже не знаю этих чуваков. Не, я видел пару видосов. Это за 200. Давай ютуберов, я знаю ютуберов. А типа, как разобрать свою микроволновку и поджарить соседей? О, брат, давай микроволновой пушкой. Ютуберов давай, брат, ютуберов. Давай, давай. Я шарю. Бля, ну Максим знает, Максим, давай. А ты ж молодой PewDiePie, нажимайте. Это, блядь, Хованский? Случилось страшно. Ну какой Хованский? Подписчик пропал. Нет, это такой... Варламов. А, Варламов, окей. А кто такой Варламов? Вот я тоже знаю. Он вроде... Я не смотрел, но да, многоэтажки я тоже знаю. Я даже не раз... Ой, ебать, это мистер Макс! А может быть... А как сестру зовут его? Мисс Кейти! Блять. Сука, а не подъебать никак. Максим просто продюсировал канал мистера Макса. А пранк какой у них, Максим? Да, помню, помню. Спирдулька, спирдулька этой подушкой. С какашкой, пранк. С какашкой. Да. О! О, это Филси Фрэнк. Столько имен, да? Бай, сколько имен у него, да, он многоликий. Это Жоржи. Он же сейчас не делает, да, уже на ютубе ничего? Ну да, он сейчас. А что он говорил, когда прыгал в костюме? Он что? А он крутой. Форсон справа? Бесстыжие? Ну здесь написано бесстыдники, чувак, я даже не знаю. Ой, бесстыжие, все нормально. Я бы не взял. Они бы срезать, да. Ты шо, блядь? Да. Бесстыдники, блядь. Ебать, ну это какой-то, наверное, сериал с хуёвой концовкой. Fortnite? Центральная, смотри какая. А помните, я, блин, не помню. Один раз появлялись всего за кто-то в конфе предлагал, то ли Джокер. Когда умирали были. А, нихуя себе. Что? В пещере он сидел, Бран. Вот это да. Дима, что ты хочешь? А помните, когда кто-то сказал в конфе, что, блять, если бы в конце, когда дракон расплавил трон, там были яйца дракона, и дракон такой, нихуя, ну типа, знал, и он такой, я. Бля, вот это было бы, конечно, гениально. Да, но так не было. Потому что сценарий записывали по-другому. А нахуя он полил трон, а не Джона Сноу? Ну хотя бы, понимаешь, хотя бы смысл был. Но Джон Сноу не мог умереть, наверное. Ну, типа того, да. Ну, представляешь, как было охуенно хотя бы. Восстанет где-то в США и благодаря красным... Ля, це откуда? Паритесь. Он где-то работает. А, я? Это офис? Нет. А, нет, подождите, это парки и зоны рекреации. Вот так называется как-то, блядь. Нихуя себе. Ну ты же сказал офис, братан, даже не... Я слышал про офис, кстати, да. Да, я считаю, что... Я понял, минус 100. А что такое рекреация? Это типа... Recreation zones. Ты меня что... Давай на украинском, нормальном нашем. Парки... Recreation zones? На украинском. Зоны отдыха. Возобновление. Это по-твоему украинский? Чисто для перевода нужно. Переводит все ему. Да-да-да. Украинскую на русский. Я просто в оригинале знаю. Ну а ладно, вот это, кстати, офис. Кунг-фу панда. А часть? Блядь, я ебу. Офис. Нихуя себе. Не Розенган там. Блядь, Тренди, прости. Ебать. Ну это... Я же шучу. Шучу. Ах ты сука. Хороший сериал? Хороший. Вообще да. О, ну тут нужно...
Берлинская стена была построена в 70-х. Блять, не, пораньше, наверное. А год не помнишь? Плюс-минус 3. Не, не помню. А что надо ответить? Раньше 70-х. Да или нет? Да или нет? Просто. Нет. Правда или нет? Я думаю, раньше. Раньше. Мне сейчас, блять, надо правильно считать. Нет, надо постоянно все первым. Ну все верно. Там мне просто сказать, надо сказать, понимаешь, мне надо сказать, что это правда. Тогда правда, Берлинская стена построена в 70-х, правда, как бы. Надо. Швейцарский флаг единственный квадрат. Единственный квадратный в мире. Ну, так как это звучит абсурдно, пусть будет, да, единственный. Очень жаль. Нет, конечно же, есть еще миллион флагов. Чувак, блядь, ах ты сука! Миллион! Зачем ты, блядь, больше говоришь, чем надо? Пауки питаются собственной паутиной. Очевидно, что нет, они не питаются своей паутиной. Они могут ее съесть, чтобы возобновить. Понял. Конечно же питаются. Держи в курсе, братан. Паука Виталю, который питается своей паутиной. А комарика по приколу просто. Авторучка была изобретена. Если можно питаться своей паутиной. Я лично видел, как на древнем папирусе, блядь, хуярили авторучкой. Ебать, ну я тебе верю. Ебать, египтяне прошаренные были. Радугу можно увидеть в полночь. Радугу можно увидеть и в полночь, когда он выходит в холодильник покушать на буткемпе. И днем, бля, когда хочешь его можно увидеть, бля. Блядь. Жиза. Откуда это? Ну, это Undertale. Так точно. Ну, тут Undertale правильно написано. Опа, с подвохом. Секретом, да? Я готов. Угу, я тоже готов. Ну давай, графон. Там... Прыгай, Луна. Ты же хотела прыгнуть. Великие. Здорово, серваки. Не бойся, я не могу. Ебать. Вам бы как бы всем встать Луну нужно, наверное. Ты что, дурак, что ли? Нифига там. Просто. Такая музыка. Маша Глобалафэнси. Ты, блядь, только там окно выкинул. Я её хотел посадить. Я что-то не понял, блядь, что там случилось. Он кинул её на полку, блин, и она... А она не долетела. Убейте. Убейтесь. Да, с ней нормально. Кинул её на полку. Это она тебе сказала, что всё нормально, да? Бля, сейчас... Кошки еще падают. Путин так играет. Кошки драматично. Кошки падают на 4 вот лапы, все слово, нормально. Вообще нихуя не услышу, что он играет, зато главное кошка, блядь, взяла. Очки пыль, главное здоровье. А там не надо было смотреть, там нужно было, то есть смотреть и не слушать. Блядь, оно еще время шло, оно закончилось, и типа я даже нажать не нажал, ничего. Помогите. Нахуй ты котов кидаешь, сирень, блядь. Да, она запрыгнула на стол, хотела прыгнуть. Я ее взял, подбросил туда, а она уже не хочет прыгать. И рыгает на кровать. Бля, я почему-то знаю эту музыку, но игру нет. Или подожди, не, или играю. Играл. А ты все что-нибудь сказать? А, блять, мы еще не играли. Ну это же Death Stranding, блять. Ого, как долго начало мы ждали, просто жесть. А я что-то, блять, реально не могу вспомнить. Я думал, как это старая игра, блять. Death Stranding, типа. Еще так... Еще you know who it is? Come again. Еще no, it's KDA. Ha! I'm the picture perfect face with the wild wind my veins. I'm a bit of a игра. Нихуя себе. На клипе даже Маша говорит. Что за игра, Лиза? Я просто не знаю, что это. Я не понимаю, как это связано с музыкой. Дверь мне сделай. Я как понимаю, реклама была там? А? Это идея группа делала к... К местному интернейшнл, грубо Лиза говоря. Постоянно включает этот трек, потому что нам ей очень нравится. Полетите! Полетите. Блядь. Плетенти звучит, как будто бы он политик, кстати. Запускает кота. Космическая программа Украины. Главное, чтобы ты тихо не познакомился с тёмной... Он просто, знаешь, швырнул так, ну нахуй. Тебе нужно выбрать, походу. Дима. Я должен выбрать? Графон или Максим ставит ставку? Максим, выбирай ставку. Игра по Осту?
Я не знаю. Микрофон, убирай ставку. Да, ты... там Лига Легенд была. Ты может, не может в космос. Будет. Я вождь. О, я знаю, что это за игра. И что же? Call of Duty какой-то. Ты чё, Васька, что ты думаешь? Лиза, скажи, что ты не знаешь, и я отвечу. А я знаю? Нет. А намёк? Нет, давай, у тебя 600 очков. Ну и вот именно. 600 очков. Я сам не знаю, я, может, даже подсказал бы, если бы знал. Но я не знаю. Мы никогда не узнаем, пока ты не узнаешь. Ой, фу, это такая отвратительная игра, пиздец. Когда я подключаю, ой, простите. Отвратительная? Ну, она видимо, из новых, да. Отвратительная? Я сейчас, да. Я только что поразнил желудок, когда услышал, да, довольно новая. Довольно. А в ней неписи вводили недавно? Без понятия, не играл. Нихуя себе. Я как бы в такое не играю. Лиза! А. Ну говори уже. Ну у меня есть предположение, но это не она. Окей. Ну давай предположение. Не, она не знает. Она не Fallout 76, если из недавних отвратительных. Ого. Это именно она. Да, все вопросы? Нет, это что, тут три раунда коротеньких таких, быстреньких. Слишком быстрая. А почему у меня нога мокрая? Груд. Ты что? Потому что он нассал на меня. Не отдам. Фильмы, мешапы, аниме, название с Алиэкспресс. Ты узнаешь их из тысячи. Стримеры. Итак, о, ну, с пивом лучше. С пивом лучше выбирать название с Алиэкспресс. Что это? Высокое качество, летающий сар, запах пива, пить бутылки, открывалка, открытие кап, лаунчер, топ пушки. Цена $1.98. Штопор. Открывашка для пива. Ну, типа, универсальная открывашка. И все? Только открывать? Открывашка для бутылок. Там, видимо, еще складной нож в комплекте. Давайте... Хорошо, швейцарский нож. Нет. Ну там написано. Там пушка. Теперь можно стрелять. Там типа открывашка и пушка одновременно. Я такую хочу, ебать. Погоди, такая, что я не угадал? Что мне нужно было сказать? Открывашка и стрелять. Нет, я сказала, потом открывашка сказала для пива. Ну это открывашка. Там открывашка, и которой можно стрелять, типа, пушками. Там написано, типа, кап-лаунчер, топ-пушки, типа, там в конце написано. Академа, чё? Что это, 40 штук, чертистый? Это бан. Да. Это бан. Осуждаем. Мы все против этого. Бан. Мы... Нельзя так говорить. Хумангус, блядь. Хумангус. Это рыболовная блесна, блядь. Да, если вы увидите на человеке такие штуки, вы все знаете. Ну, блесналик, что-то для рыбалки, короче. Хумангус. Хумангус. Почему, блядь? Что это? Космос, прямая поставка, 17-летняя мужская женская футболка. Гигантский взор. А, ебать, это футболка с Николасом Кейджем, блядь. Николай Кейдж. Блядь. Николас Кейдж. Блядь. Челлендж новый, блядь. Пытаться прочитать хуйню и не заржать. Типа, наверное, он спойлер на все время, на все место. Именно. Что это? Консулат де Мар в папе судьбе. Осуждаем. Осуждаем. Маш, как придется консулат де Мар? Это плед? Это 116 тысяч! 116 тысяч рублей! Ебать. Это флейт, не флейт, а, блядь, более серьезная такая. Погод, называется. Погод? Что это? Блядь. Шеи и галстуки для мужчин. Толщий полиэстер, шёлк, галстуки, череп, печатки, печати, бабочка в деловом стиле. Ну там галстуки, галстук, блядь. Бабочка галстук с бабочка, черепом, блядь, да. По-любому, наверное. Да. Ну что это? Одно слово, решу. Одно слово нужно. А, средство за ухода. Одно слово. Средство ухода за кожей. Галстук, блин. Одно слово нужно. Бабочка. Давай. Галстук. Галстук, да. Понятно. А при чем тут бабочка, блядь? Причем есть бабочка. Средство ухода за кожей тогда. Ну, потому что вокруг шеи обвязала. Это отвлекающий маневр. Бля, давайте фильмы с Кодзимой. Мне интересно, что фильмы снимал. Ты знаешь, как на Ютубе как теги вставлять, типа левые?
Нахуй я нажал? Это гений. Не тусуйся тогда. Бля, Максим. Что это за фильм? Я бы сказал, что это «Игра престолов», блядь. Нет, не тусуйся, давай. Но скажу. Но он в Адидасе. Но скажешь. Ты скажешь. Ну? Я скажу, что это. Что это? Это Кибер Грейджой. Жаль. Nice. Это «Отряд самоубийц». Я думал, это вообще вот этот опять русский. Опять супергеройское кинцо, да ёлы-палы. Так а в чем смысл-то, типа, с гением, я так и не понял. Ну, типа, с гением. Ну, примерно с этим актером будут разные фильмы. Как я понял. Мне так кажется. Ну давай, Графон Терминира. Либо, наверное, актеры, наверное, любимые тогда. А, я робот. Я робот. Хорошо, я а фильм как называется? Я б робота. Я робот, да. Робот. Тут сейчас у Димы поезд должен был. Я робот, долбоёб. Опа, клипак, саундборд. Давайте сюда. Я могу еще раз повторить, чтобы почище было. О, я знаю. А... Это Хэнкок, я понял, это фильмы с Уиллом Смитом. Это когда Дима один на точку забегает. Ты что, Хэнкок? Куда забегаю? Ебать. Это Аладдин, ебать. А куда забегаю, Максим? На точку один. А почему Уилл Смит гений? Потому что Уилл Смит гений. Максим, можно по буквам Аладдин? А, бля, ты издеваешься? Ну первые три буквы. Ну давай. Алл. Нет, давай Алла. Не отвечайте, пожалуйста, это 0 очков написано в правилах. А, да? Да. Написано 0 очков, если с двумя L скажут. Кто ответил? Да, ну я плюсану просто. Кто ответить? Блин, я говорю, не отвечайте. Написано, не отвечай, 0 очков. Я говорю, не отвечайте. 0 очков, если Алладин. Суки. Ё-моё. Так, ну последний фильм с гением. Блять, я легенда. Ебать, жестко. Охуенно снимается. Почему мы тебя сюда? Как Юка Робби? Ну там не было зеленого человека, графон, это для съемок, понимаешь? Я понял, Алькор, что ты мне шутку объяснил? Бля, там 400 было. Не было зеленого человека, графон. Алькор, ты мне шутку только что. Графон, ты ебаешь, там не было зеленого. Я правильно присунул, чтобы было графон или нет? Максим, у тебя 500 было? Я не помню. Вот почему-то у Лизы что-то, у тебя 500 было. Так. Это, наверное, Билли Айлиш и Plants vs. Zombies, да? Yes. Охуеть, ты жёсткий. А как ты Билли Айлиш узнал? Я Билли Айлиш я только узнал её. Умею. А. Это прощание славянки, блядь, и этот, нахуй, Smash Mouth, блядь. Бля, я бы послушал это. А название песни Smash Mouth? All Stars? Окей. Кто там, блядь? Дайте послушать. Блядь. Туруру. Блядь. Блядь. Гейб? Да вроде, ладно, похуй. Ну ты... Братан. Блять, отмени мне, срежь мне, срежь мне, блять, дай послушать. Братан, братан, я слышу лай, я только не понимаю, что за хуйня. И слышу, Максим начинает собаку включать, и я понимаю, насколько, блять, Максим сейчас подходит, я режусь. Блядь. Возьмёшь, я прав в это. Это охуенно. Я ему сам. Блядь, это гениально. И это ещё и клип, да. Графон покивает, главное. Да Максим нажмет, я прав просто. В толпу. Не, можешь просто нажать, я прав. Я бы не так сказал, что это ебанько, я ебу собак. Если что... А, ну понял. Так, давайте за 800. Не, я знал, кто это, ну типа... Можно отъебать белку. Вот это серьезно, блядь. Давай так, это MC Пох, блядь. Весенний лес и бомбак MC Freestyler. Теперь жми. Но срежь, и потом верни очки, да. Не, нажмешь, я прав. Можно повесить 10 вопросов.
скворца, сунуть жопу от лисе. Можно поебать стадо молодых гусей. Свечением лицу. Очень хорошо, очень хорошо. На сегодня это все. Весенний лес, весенний лес. Не член, медведя в анус лес. Весенний лес. Ебать хорошо. Очень хорошо. Прям очень хорошо. Нажми, я прав, Максим. Весенний лес. Мой член. Так еще задержка такая. Где такое найти, блять? Лис. Лучше оригинала. Ебать. Как же охуенно. А где такое найти? Я тоже скачаю парочку. Ой, ебать. А я первый трек даже не знаю. Ладно, не Лил Рип. Ну ты но прав в первой части. Лил Пам. Это Лил. Паблик Мушап? Да, я знаю песню, но мне известно, что будет дальше. Ну, нажал. Нажми! Я нажал уже. Нет, ты не нажал. Правую кнопку. Блядь! Да я нажимал, я и правую, и что хочешь нажимал. И пробел, и все, что хочешь. Самый хуевый мошап, кстати, самый дорогой. Аниме. О, нихуя себе, ну. Атака титанов. А может, атака гигантов? Атака титанов. Ну ничего. Атак он титан. Он джайант. О, нихуя. Нахуя нажал, я не знаю, друзья. Но я могу сказать, что это... Нажимай? А, так нажимай. Лиза, это ты знаешь, да? Одинокий самурай Каджиёба. Да, у меня есть предположение. Как так. Ты сказал, одинокий самурай Каджиёба? Нет, скорее всего, я не знаю. Да-да-да, не надо. Ну, если там оно? У меня есть предположение, надо тоже, блядь, что-то... У меня два, вот давай ты разминируешь. Блять, я боюсь минировать. Ну давай! Я не знаю, нет. Ладно, это либо... Один, иная... мне надо один ответ, я не хочу либо... Иная. Скорее всего, гуль будет, да? У меня был только гуль. Ну, Димас. Димас, блядь, что такое? Блядь, да ща... Ну ладно, я ищу саундборд. Так, хорошо, тогда пускай это будет гуль. Ой, ну просто точно просто, такая но, же заплатка. Но иная там девочка была, это вроде парень, нет? Нет, я подумала, просто... мало ли, типа, я... поменяли пол. Я вообще не знала, что такое иная. Я не знал, что по Гулю есть фильм, но когда ты сказала иная, и там мальчик, у меня получилось раздвоение ну, личности ну, какой-то. Давай. Ну, блин, почему же поменяли? Да не, все нормально, я просто не понял. Да ё-моё. Это призрак в доспехах. Да. Бля, да вы все анимешники тут собрались, как я понимаю. Ну, я просто этот фильм смотрел, хоть я аниме не смотрел. Ебать. Сука. Это стоят... Знаешь, как их зовут? Блять, это... Релайф вот этот вот ебаный? А как правильно, да? Ре... Блять... Я готов, ебать. Ну, брат, подожди, ну, давай. Че ты нахуй душишь меня? Давай, Эмилия Чан самая лучшая, брат. Я знаю Баруса, блядь. Кошка-мальчик вообще бегает. Блядь. Ох, wait. Ну как оно нахуй? Баруса, блядь. Баруса. Переказочков, давай. Ну их зовут уже Ром и Рэм, блядь. Как они нахуй? Рам и Рэм. Если угадай, скажи по цвету, когда из них Рам. Рам это вот та, что справа, которая розовые волосы. Так, а Рэм? Но он молодец. А я уже вспомнил, как называется. Оно Резеро называется. Да, Резеро. Засчитывай его, блядь. Блядь, какого хуя она поменялась? Не Релайф, а Резеро она называется. Графон, еще раз ответ, пожалуйста. А Релайф тоже по-моему. А можно мне еще на русском теперь? Еще полностью. Давай я могу на русском. Там типа про Релайф, там по-моему не про студента, он работал в корпорации. Ну ладно. Жизнь с нуля в альтернативном мире. А, нихуя да. Себе. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Да, Netflix Adaptation. Охуенно. Ебать, это... Это Наруто. Ты какой там... Справа. А, подожди, какого хуя это у графона 5000 очков, а не у Шуса? Ебать, чё? Нужно исправлять, да. Я чё-то... Нихуя себе. Это грехи пока... Ну, эти. Нихуя себе.
Так, так, души. Это псионик! Вопрос: что с подбородком правого челика, блять? Почему у него яички на подбородке? Давай, дай сюда, блядь. Почему? Не знаю. Ну это аниме, оно называется типа. Да, да, давай сюда его. Я готов. Нет, не про жизнь. Лиза, еще раз. Почти, да, почти. Лиза, я не слышу. Это зеленый волейбол, что непонятно. Лиза. Нет, она правильно говорит. Я не слышу, что она говорит. Она говорит псионик. Псионик? Ну, про псионика, да. Что-то типа... Я не знаю, такое не смотрю. Минусуйте, короче, там было что-то жизнь псионика. Да, не очень. Да. Блядь, блядь. Это называется несладкая жизнь псионика, блядь. А как ее зовут? Саски? Я не могу назвать, это Сайки Кусоу, блядь, дайте нажать. Катастрофическая жизнь Сайки К... Вообще это, по-другому называется. Это Сайки Кусова. Я не знаю, я даже не смотрю. Почему сотрудник? На меня нажимается, да. Блядь? Стримеров. Блядь. О, а это Эвилартов. Виталя. А, одним словом, как бы... Папич. О, сука. Это же так... Да ты шаришь в стримерах, я смотрю. Да ты эксперт. О, Илюха. Ну, это Илюха Мэндисон, и Дритин, да. Изменился. Это он на варфейсовском, видимо, каком-то этом, блядь, чемпе опять. Дайте прожать. О, Витюха. Читбанит? Да. А он стримит сейчас, кстати, вообще, не? Я не знаю. Может, это течет изо рта. На Йоне. Ой, бать, пылесос! Это гексоген, да? Это Филипс. Пылесосом, бля. О, нихуя, это же Гладвалакас. Именно он. Ну, да, Дэнни, нихуя себе. Да. Он так выглядит, блядь. А как ты думал, как он выглядит? Это я думал, выглядит, ну так, как это по-другому, он, кстати, как дед. Я, кстати, такой? Был этот демон, по-моему, был. Он нам еще хуй знает когда в скайпе свои фотографии скидывал. Еще до того, как стал вообще что-либо делать. Да, еще и голос палил. Да, и голос палил. Но он же, наверное, сам этого не помнит. Мы тогда тоже были не особо популярны. Дом. Давай ты знаешь 6200. Бля. Уеба. Ну это гений. Это Илон Маск. Он курит постоянно, ты чё? Купи, бля, купи. Глаза полны боли, потому что ты не купил. Да. Скайрим есть? Добавить ещё тебе парочку? Слышь, купи. 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 Она позапрошлой выставке, помните, когда он анонсировал кучу всего, ебать, он был на коне? Давай мне, давай. На, держи, держи. Киану был на коне. Нет, а ты помнишь, когда он анонсировал Fallout 76, и все было? Там был и Elder Scrolls, и Space. А, я знаю. Мисс Андея? Нихуя себе, блядь. Это мужчина, по-моему, вообще, блядь. Да, Лиза, это Мисс Андея. Она после фильма изменилась. Ебать, это же Киану. Да, это он. Да, это он. Слева, слева. Слева, снизу можно свериться. Это как бы мой пиздец. Это, кстати, 176. А сколько раундов? Это последний? Да, это, по-моему, ласт. Пас играйте. Так, ну-ка за косарь придется играть, да? Ого. Каджит ничего не крал. Да-да-да. Не-не-не, это... Симба. Какой-то орк. Король лев. Тимон. Точно орк. У него даже глаза кошачьи, видишь? Точно орк, я тебе говорю, пиздец. Король лев, ебать, давай. Это луна, значит. Не-не-не, по орку правильно все начал. Да Каджит, это чё вы? Ну точно орк. Дима, ещё раз про орка. Бля, не слушай меня, пожалуйста. Понял. Гром, адский крик. Да-да-да. Пеяцкий крик. Я не давай, знаю. Давай, иди, Трёха. Я не знаю, не знаю. Не знаю, это жаль, конечно. Очень так. Жаль, да. Лучше не стало, блядь. Я бы его не узнал даже таким. Ой, это не знаю. Колыван, блядь. Колыван. Ебать, ты как повар сделал. Алькор как повар. Алькор повар. Альповар, блядь, на туре. Я вождь, выбирай. Давай, запомнили.
давайте персонажи из игры за 300. Давай. О. Угу. Нахуй я нажал. Я готов. Это, я... это когда флаг отвечает? Элис. Ебать, ну вот ты правильно. Ебать, ты жесткий. Ты все шаришь, Аля? Я не пойму. Но Элис, ну, женское да. имя. Это... Да ё-моё! Это чел. Да, вот это вот женское имя. Привет, чел. Элис, женское, чел, как бы женское, да. Составка. Ну, я поделать. На все готов сыграть. Ого, ну это сильно. Графон, надо перебивать. Бля, ну нет. Да ну мало ли кто там. О, да посмотри. Это... Эй, я ухожу. Зацени, какая цепь! Зацени цепь! Похудевший Биг Смол. Блять, он недавно откинулся на стерьмы. Это МС-пох, блять. Да, русская, блять. Флакин Белли работает. Там, чтобы не делать окантовку, она просто сделана палками, блять. Они еще обиделись на меня, блять. Уборщика. Давай, Максим. Ну, подскажи хотя бы немножко. Ну, у него, смотри, я вспомню. У него как? Из двух букв первое имя и из не трех букв второе. Да. Из двух букв первое? Да. Ну, я такой, это прозвище. Ну вот, а это не Си-Джей, это типа его кореш. У Джей это почти Си-Джей, но немножко по-другому он. Тоже, у Джей, отвечай. Это... Я сдаюсь. Би-Джей Бласкович. Давай, давай хорошо, ты сдался, но это OG. OG. OG, look. Я ебёшь, кто это такой, сори. Это OG-лок, чувак, его все знают. Это как Lance Vance Dance. Понял. Да. О, это Soda Poppin. Ну, мочи. Да-да. Алькор? О, я нажимаю, нихуя да. себе. Это да. Подожди, блядь. Я готов. Я отвечай, готов. Отвечай, иди домой. Как его зовут? Кто это? Почему его так зовут? Все, иди домой. Подожди, блядь. Я теперь между Данте и Ниро разрываюсь, когда графон вот это вот пошутил. Ты можешь сказать Ну пускай это будет Данте, хорошо. О, минус. Ебать ты. Давай, Нейро. Это же Нейро, да. Графон? Как я что-то... Я что-то в охуе, я сижу такой... Данте, я такой, блядь. Теперь вопрос стал. О, нихуя себе. Картана? Ух, нихуя себе. Да, это же голосовой помощник для Windows должен быть. Нет, это голосовой помощник для мастера Чифа. Нет, я знаю, но это для Хейла. Windows должны были сделать да, да, голосового есть помощника. Так оно есть, Картана. Подожди. Пока... Ну, Картана, да, потом Windows сделаешь. Картану будут вводить в Windows? Да. Да, блядь. Тиковская порно, сука. Тиковская порно. Что? Так это же оно. А почему... А, подожди, то есть это твой ответ? Это порно, что? Это оригинальная музыка. Мы с тебя охуели? Это псковская порно. Я бы засчитал, кстати. Я не знаю, честно. Это оно есть. Бля, Терентий, ты сколько я в раз не смотрел? Псковская порно. Вообще-то я прав. Я бы засчитал, Терёх, нажимай, я прав. Он прав, блядь. Что ты нахуй, аквалазы, колдунья, аквалазы. Кто вообще слушает? Нет, все видели, надо смотреть, блядь. Это классика. А, блядь. Псковская порно. Кто отклонил эпиляцию Терентия, блядь? Понятно, понятно. Хейтеры. Это же псковская порно. Похейтеры. А это что, Терёха? Порно. Тихо. Ну, это музыка нежная, очень нежная порно, да. Это романтика. Да, очень нежная группа, я с вами согласен. Немецкая порно? Это немецкая, да. Ну это Рамштайн, да? Рамштайн? Да. А здесь, я помню, там по-русски был текст. Потряси мой деревце, братик, что-то такое. Нихуя себе. Романтик Рамштайн. Потряси мой деревце, братик. Серьезно, серьезно. Аники. У меня у знакомый был сборник переводов. Рамштайн, Симон. Нормально. Там еще... Бля, пойду водички. Бля. Чувак, ты прав. Братан, ты прав, я очень хочу... Ладно, там долго? Сколько вопросов? Типа... Да, это последний раунд. Последний раунд, хорошо. Сабатон, Прима, Виктория. Красава вообще. У меня вода закончилась, самый неподходящий момент, блядь. А меня комар в глаз украли. Lil Pimp Pump? Нет, ну как? Это DNA? DNA? Кто? Да, блядь, ну... Кальмар, да, точно. Кальмар? Это ладно, это смешно было. Кальмар. Блядь, Вассерману в следующий раз. Это Бенц или...
Очень знакомая. И это все, блин? Если честно, я хотел уже тупить и сказать музыка из Fortnite. Это либо лорд, либо Билли Айлиш, отвечайте. Лорд — это мужчина. Я знаю, как выглядит певица Лорд. Билли Айлиш, только я не помню, что это за... Ой, фу, нет. Талана Дель Рей? Что я сказала? Нет, не Билли Айлиш. Нет, у нее более надрывный си. Подзапалил Солвер, Билли Айлиш. Лол, у нее есть что-то больше одной песни? Нет, много песен. У нее очень много песен, кстати. Если это я так говорю, в любом фильме, да. Но Апокалипсис. Ага, понятно. Аполлон 13. Надо было нажимать. Бля, Аполлон 12 или 11? Есть цитата с 900, я вижу умерших людей. Призрак. Нет. Не, чувак. Она же так называется. Нет. I see dead people. Нет. Ну, здесь так не написано, я не знаю. Пожалуйста. Прости меня. Что, чувство? А, да, соряныч. Я думал, он называется «Призрак». Нет, «Призрак» — это с этим, блядь. Это с Патриком Суэйзи? Да. Спойлер. Фильм уберет лет. Спойлер. О, это охуенный вопрос. Я готов, я готов. Мне мало очков, дайте. Ну все, я защитил. Ой, я умею. Класс, сигнатурная, блядь. Это игрушка, история игрушек, блядь. Базз Лайтер. Главный десантник космических сил в борьбе с генералом Зодом. 1200. Я собираюсь сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Это я Терехе, когда говорю, давай под лодку. Ты, наверное, крестный отец? Да. Нормально. Тото, у меня такое ощущение, что мы больше не в Канзасе. Нихуя себе, что это Дороти. Это, блин, Татошка. Это подвох, это не волшебник изумрудного города. Конечно нет, лол. Ну конечно же, Псковская Лиза. Псковская порно так начиналась. Твоя ты долго панчоха. Лиза, твой ответ. Не, ну пусть это будет волшебник страны Оз. И так и будет. Нормально. 1939 год. А на Канзас похоже было. Не, ну типа под волшебником изумрудного города я подразумевала волшебника страны Оз. Но я думала, это было в какой-то пародии. Дайте определение. Таблица Снеллена. Нихуя себе. Причем, представляешь, это было в 39-м году. Представляешь, сколько военных потом говорили, когда высаживались на пляже Умаха? Кто-то мы больше не пригласили, блядь. Высаживаться в Нормандию. Мне кажется, эта фраза стала реально крылатой. Фаргус за 300. Киберпанк. Сайбер-сири. Вопрос со ставкой. Опа. Ба. Ну, давай. Я пошел на все. Ой, да, слабо, конечно. Да. Очень слабенько. Вопрос-то легкий. Чел, это изи вопрос, ты гонишь. Вообще изи. О, Тереха. Давайте, батя. Да. С победой его. Изи очки. Ну, а, Хан Шоудаун. Да. Понятно. Забайтили. Надо было наоборот байтить в обратную сторону. Забайтили, да. Разбайчивай обратно. Штирлиц. Это Вольфенштейн, не знаю, The New Order, например. Больше длиннее. Больше длиннее, да. Эх, почти. Почти, но нет. Это, наверное, Вольфенштейн The Old Blood, которая. Эх, почти, почти. Нет, да. А New Order говорили, да? Значит. Почти, а он как называется? А Колоссус, блядь. Колоссус. Old Blood — это DLC, точно. Это о чем говорят мужчины. Ебать. Ну ё-моё. Бля, как же она называлась-то, а? Ё-моё. Ответ, что это только если ты назовешь четырех персонажей. Нихуя себе. Гладиолус. Не, Гладиолусом это я его называю. Ага, Гладиолус. Я засчитываю, я не знаю ни одного персонажа. Гладиолус. Хорошо, слушай, Гладиус, Бёрд, Джонсон. И Димитриус Великолепниус. О, мне нравится, классный персонаж. Ивис Джонса вообще-то, ну ладно. 1500. Сваты. 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 Вау, ну это тяжело. Ну, и в конце уберите, пожалуйста, вот мой ответ. Отличный сват. То есть у тебя ответ хороший сваты. Хороший русский сериал, между прочим. Сват. Да? Украинский. 2004 год. Кстати. Это украинский? Да. Я думал, это русский сериал. Бля, давай, мне интересно, что будет дальше. Не только украинские. Кто хочет? Давай, Максим, я верю, что ты смотришь будущее. О, да, рекламный ролик. Сейчас скажу, что будет дальше. То есть рекламируется. Как подгрузится еще? Давай посмотрим. Давай.
Давай. Ролики надо обрезать. Да, и качество сжимать. Угу. Иначе грузиться будет очень долго. И... Не могу, нет. Не можешь слить бутылку? Тоже, да. Сложно пить. На стриме. Что мы рекламируем? Мы рекламируем, блять, определенно какую-то хуйню, чтобы прятать эту бутылку, блять, у себя где-нибудь. Знаешь, что я убиваю? И через трубочку. Бляшка. Через трубочку это, конечно, наверное, да. На работе нахуярится. And a mouthpiece без этого никак. В ручку, ебать, в ручку. РП-действие подмигивания. Очень интересно, Джон. Что ты там рассказываешь? Расскажи еще. Что будет дальше? Что будет дальше? Кого? Начинает топить телефон со злым лицом. Арсен проверяет водонепроницаемость айфона. Ведь она злая стала. Сейчас он ее... Мальчик, он ее толкнет нахуй. Да, он толкнет ее. И она упадет. Не, смотри-ка. Она даст ему пиздлей нечаянно? Да, да, нечаянно пиздлей. Ебать, охуел! Такого исхода мне голоса не ожидал. Ебать, охуевший! Если бы в играх были такие повороты неожиданные, это был бы пиздец. Я видел, как одна горилла так маленькая, другой горилле сделала, и потом не жила вообще после такого. Никакого чувства самосохранения на 1200. О-оу. Но там не начнется, там начнется что-то другое. Стрим Терентия начнется. Ой, блядь. Сука. К сожалению, он не первый икс. Давай дальше. О, ебать, я знаю, что будет дальше. Это говорит... Она, погоди, короче, начнет что? Запускать арбуз, он вернется и в ебальник просто. Пау! Хорошо, ты нажмешь, я прав, хорошо? Я хочу досмотреть, блять. Где Луна? В рогатке. Сейчас третий ее запустит. Луна в рогатке. Запри. Чтобы она долетела до полочки. Ебать! Она хоть выжила. Нажми, я прав. Жму. Пиздец. Ну, значит, ты не нажми, прав. Нажми Терентий прав. Она не нажимается, ну ё-моё. То, что у всех хуйня. Да 3000, наверное, ну, я должен выбрать, а он же был... А сейчас скажет, апеллирует свой ответ, не? Да, добавь 3000, нет. Ну да и все просто. Да. Кто такой Ферру? Просто дай мне 4500. Это я. Это я. Кто-то с железом, что ли, связано? Ферру. Ебать, эрудиция нужна. Хорошая. Ты думаешь, когда честно, конце... Продыша с ластиком. Вот это да. Дайте определение фильтрум. Но это же не может быть фильтр. Нет. Может. Да вряд ли. На конце карандаша. Ластик. Фильтрум и сомнений нет. Нет. Углубление. Чё там? Между перегородкой носа и верхней губой. Ответ. Вертикальное углубление. Вот эта херня? Да. Вот эта штука. Синефилия. Ебать. Любители синего. Ведь это и правда так, Лиза, почему ты не отвечаешь? Это описывает особый интерес к чему-то. Но к чему? К алкоголю. Может, кино? Синема же! Синематограф. А я думал синий, синема. Петрикор. О, это мой брат, кстати. О, бля, Петрикор. Бля, это прикольная штука, я говорю. Это запах. Ну чего? Петрика. После свежепомытых ног. Дождя. Бля, интересно. Свежепомытых ног, бля. Это мы дали на а теперь мы знаем... Почему бы нет? Свежепомытых ног, бля. Чувак, который делает парфюм и чисто такой...
Вы чувствуете этот запах? Свежие помитые ноги. О, мифы есть, ништяк. Бля, мифы и ребус можно оставить, а вот флора и анатомия как-то... Ребусы есть, что надо минусовать. Да, анатомия звучит плохо. Мифы и ребусы. Только плохо. Мифы, да, нормально. Мифы любим. Ну как бы кто не топ, тот пусси, все очевидно. Кто выиграл Прометей у богов? Кто, блядь, он выиграл? Выиграл, выиграл, что он выиграл, да. Выиграл. Тоже он выгнал, блядь. Тоже что он выгнал? Выгнал? Какую машину он выгнал? Ну, по моей позиции. Давайте, кто напишет огонь, тот проиграл. Новое правило. Давайте. О, давай. Я шучу. Шутка юмора. Эй, ну ты же сказал. Так это был пранк. Блядь. Смотри, смотри, аудитория. Можно. Реакция на пранки, блядь. Значит, ну нужна песня Фая. Фая? Не-не-не-не. Песня Fire. Да. Исполнитель любой? Не. Итак, знакомимся. Огонь. Да. Эрудит. Скутер, скутер, конечно. Эрудит. Огонь. Скутер Fire. Это у нас есть. Пламя. Тоже он сейчас крикнет. Пламя Прометей. Может быть, он крикнет. Вот. How much is the fish? Как там можно украсть не... пламя? Не пламя, а не, огонь. Не, это ошибка. Да. А пламя. Пламя украсть нельзя. Пламя, да. Нормально задушили, нормально. Fire! У меня ребенок в соседней комнате, вы можете. А Серёха, кстати, никогда в Mountain Blade не играл на стриме, представляешь? На стриме не играл. Жесть. Да, это не огонь, чувак. Все так и есть на самом деле. Это заговор, я с тобой согласен. Не огонь. А что боги потом выкрали у Прометея? Боги же его так показали. Все, что есть. Пока. Я написал пламя, потому что его... Алькор, пошли в Тарков. Пошли в Тарков. Тарков. Спокойной ночи.